Что вам хочу порекомендовать из собственного опыта по очищению пространства? Есть особая мантра, есть специальная мантра, которую я постоянно, которую говорю на всех своих семинарах. Анамасарва Татигата Авалакиты Ом Самбара Самбара Хум. Именно эта мантра, она защитит вас от возможных каких-то негативных последствий. Читается она 21 раз. Конечно, если есть желание, можете ее читать и больше, но 21 раз – это минимум. Когда вы предлагаете эту мантру и когда вы зажигаете благовония, особо подчеркну, что желательно, чтобы благовония были из сандалового дерева, тогда вы умилостивливаете духов этого помещения, и таким образом ваша работа будет действительно очень-очень эффективной, очень плодотворной. Съемную квартиру обязательно нужно очищать, это просто необходимо. Виктория пишет, что у нее был негативный опыт по очищению пространства, но вы знаете, нам иногда трудно вообще оценить, насколько тот или иной опыт негативный или позитивный. Это, может быть, звучит немножко странно, но это действительно так, потому что иногда, как я всегда говорю, путь Дао, он не прямой, как стрела, он иногда бывает извилистым. И для того, чтобы получить что-то в будущем, тебе иногда нужно вернуться в прошлое. Поэтому негативный или позитивный опыт можно оценивать спустя там 10-15 лет, когда вы уже видите всю картину, и вы можете себе сказать о том, что на самом деле почти каждый опыт позитивный, поверьте мне.